Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, мы продолжаем рейтинг сервис Матранта номер 3, и как вы поняли по названию ролика, сегодня мы будем покупать опять новую тачку. Вы можете написать ушко, когда вы уже задолбал своими тачками, давай что-то интересное. Ну, пацаны, еще, наверное, 2 серии я покупаю новые тачки, а потом будет что-то интересное, а может в перерывах будет что-то интересное. Сразу хочу передать привет игрокам Next и Commodore. Вот, привет вам. Ну а мы пошли покупать новую тачку. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. И это закадровый голос, как вы уже поняли. Я вам расскажу, что у меня первое вообще за 2 года это произошло. Мои съемки, что при записи видео, ну, я снимаю начало, как вы знаете, и снимаю потом вторую часть, да. А там где тюнинг и конец. Вот, и я начало снимаю отдельно, а потом снимаю серединку. Но иногда я снимал это все вместе, а потом обрезал. Но в большинстве случаев я снимал отдельность. И то и начало я записал, а вот серединку я забыл нажать клавишу. Короче, весь тюнинг и все, что мы делали, пропало. Остался только конец и только начало. И серединку я немножечко записал, там подредактировал, что может быть по цвету, там т.д. и т.п. Так что, если вы увидите, что я там что-то говорю, там кто-то дрифтит, кто-то проезжает возле меня, а вы их не видите, значит, это было до того, ну, типа, я записал сейчас, а там, когда я записывал тот видос, типа, записывал, тогда оно было. Так что, извиняюсь еще раз, желаю вам приятного просмотра. Яйк. Так, 636 часов, у меня тем временем 65 миллионов с 95. Это и бомба. Так, крыша, капота, ничего не тач. Спойлера, 100 тысяч. Спойлер 1. Ну, колхоз, если честно, не буду даже добавлять. Расширение арок. Такое. Передний бампер. Вот. Не, ну если уже добавляем бампера, то придется. Ладно, с передним бампером против стока, посмотрите, просто... Как отличается, это прям топчик. Так, задний бампер тоже прикольный, но сток он, выхлоп прикольный, но это тоже идет. Ладно, и расширение арок и фендеры. Короче, Пашка Колхозер опять возвращается. Ну блин, ну как оно, блин, они с это сделали? Ну могли, блин, предыдущую текстурку выхлопа убрать. Ну ё-моё, а если я уберу расширение арок? Она же не очень колхозно будет смотреться. Ну да, блин, бампер вылазит. И спереди, и сзади. Ну блин, лимонный тюнинг. Ладно, фиг с ним. Лям 140. Заебись. Что сказать. Поехали теперь диски искать, что ли. Ну блин, ну почему все так дорого? Почему они не могли сделать нормально? Там захотелось, я не захотел. Вот этот бампер уходит себе все с зазора. Не, не так специально делаешь, чтобы потом ставили, расширение тратили бабки. Ладно, давайте, короче, диски хз какие сюда подобрать. Я не подстрекатель, на кого фига все диски идут сюда, вот. А ну давайте его просто по размеру подберем. Например, радиус. Его немножечко поднимем. Не, ну смотрится же, ну капец. Ладно, давайте посмотрю дальше. Воссаны, кстати. Нормально воссаны идут сюда. Короче, пацаны, я думаю, вариант очевиден. Надо ставить воссаны. Тем более, я свои любимые воссаны уже давно не ставил никуда. Так что давайте я подрегулирую немножечко, и мы продолжим. Так, пацаны, давайте посмотрим цвета, какие можно покрасить СВА. Так, давайте посмотрим вообще на тип материала. Акрил, ну такой матовый прикольно, но он слишком белый, темный. Металлик прям топ, хром капец и хамелеон такой. Давайте посмотрим, может какой-нибудь другой цвет подойдет СВА. Ну, давайте черный, ну черный он злой, но ну нет, не будем ставить. Так, давайте посмотрим еще дальше, что тут можно подойти ему. Так, мой любименький бордовенький можно сюда влепить. Опа. Тоже неплохо смотрится. Так, я так медленно палитру проведу. Так, например, вот так. Посмотрите. Ну, кстати, голубой прикольный, как вот такой, типа. Только ага, матовый надо. И поярче. Вот. Все вы знаете, чей это раньше, короче.
Не, ну так-то прикольно выходит. Матовый очень цвет идет СВА. Прям очень. Ну, в принципе, лучше оставлю белый, только металлик. И это будет топ. Иду я такой. Ну, я умер же. У меня увеличенный кино. Вижу, музыка играет. Вижу, на карте никого нету. Вижу, транспорта никакого нету. Сажусь на велик. Сейчас бы на велик динамики с магнитолой ставить, который прям звук прям хороший. Ну, конечно, такое себе. Разрало на заметку. Хотя они это не посмотрят, но... Да ладно. Когда ехал, что еще заметил? Ну, и выхлоп это понятно, но когда вот... Нитро, посмотрите, он даже не с выхлопа идет. Даже не с предыдущего, он с предыдущего выхлоп видно. Ну что это такое, а? Короче, ничего я не поставил, потому что мне и крашнуло, и не влезалось вот этот, типа, сейчас покажу, где она. Вот сюда, короче, не влезалось ни наклейка Ютуба, ни Академик. Ну, Академик такой прям там смотрится. Наклейка Ютуба-то там не врезалась. Вот, так что можно сказать, что весь тюнинг у нас закончился. Номера, сразу говорю, будет через одну, через две серии. Вот. Так что ждите следующие видосы. Давайте посмотрим так на крайняк. Блин. Какой у нас получился он. Как-то топ. Блин, я аж испугался от этого звука. Не, вот так вот сочно смотрится. Короче, поставил его, сын, хром, металлик, белый цвет. Можно было другие, пишите, что за цвет, синий думаете. Но пока что EKH 550 не стыдно на таких ездить. Вот, так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравился данный видос. Ну, с вами был Ловушка, всем удачи, пацаны, и всем пока.